Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Каждый день здесь появляются самые интересные новости о происходящем в мире российского шоу-бизнеса. Не забывайте подписываться, а мы начинаем новый выпуск. Многие наши подписчики и все те, кто следят за миром российского кинематографа и сцены, заметили, как значительно чаще стали приходить к нам печальные вести о звездах и артистах, которых любили миллионы людей. Сегодня, к огромному сожалению, пришла еще одна подобная новость. После того, как мы уже узнали об уходе знаменитого телеведущего, а позже и актера, сегодня третья печальная новость на всегда ушла ярчайшая артистка, солистка Большого театра Нина Викторовна Фомина. Вести о ее уходе рассказали в СМИ, а также данную новость подтвердили коллеги-артистки. Она участвовала в гастролях по всему миру, выступала с ярчайшими партиями, за которые ее до сих пор восторженно вспоминают критики по всей земле. И вот, к сожалению, сегодня мы вынуждены с ней проститься. На этом канале о звездах мы говорим каждый день. Не забывайте подписываться и берегите себя.